Ну чё, ребята, вы готовы? Короче, мы пробрались на фабрику игрушек Poppy Playtime, и сейчас мы найдем Хагги, настоящего Хагги. Еще здесь сказали, что здесь делают мутации Хагги, значит, мы можем встретить здесь вообще разных чуваков, абсолютно, мы даже можем встретить здесь паука Хагги. Пойдемте быстрее, чуваки, идемте. Вон там нас камера снимает уже. Пошлите быстрее, короче, дальше. Вообще, балдейте, что увидите дальше. Я здесь уже проходил и немножко увидел. Тихо, тихо, не обращайте внимания на эту камеру. Она нас просто фотографирует. И за нами просто следят, чтобы... О, тихо, здесь что-то уже начало происходить. Посмотрите, здесь разноцветные Хагги. Не подходите близко. Не подходите близко, я же предупредил вас. Ё-моё, тихо, толстяк, отойди сейчас. Нет! Дурачина, отойди! Отойди подальше! Он через клетку может тебя сожрать! Чё ты тут, рыжий, чё ты нашёл? Давайте, иди сюда! Толстяк, быстрее иди сюда! Иди! А-а-а! Толстяка сожрали! Закрываемся! Ребята, идите сюда! Да не ты, не ты, дурачок! Закрывайте дверь! Рыжий, пошли быстрее! Тут тебя хоть не сожрут! Здесь, короче, я вот что нашёл, смотри! Всё, рыжий, мы только с тобой вдвоем остались. Пойдем скорей. Пойдем. Очень тихо иди здесь. Все, что угодно может быть. Здесь могут быть пауки. Все, что... О, рыжий, походу, это ты туда не залезешь. Нам, наверное, придется с тобой проститься. Я пойду один. Ты, в общем, на стрёме. Стой. Хотя, подожди, я кое-что придумал. Стой здесь. Я сейчас веревку спущусь, когда туда залезу, ладно? Сейчас. Ох, лезу, рыжий, подожди, я залез, ты, короче, там пока стой. Да ну, мастер, я понял, сейчас я подожду тебя. Ой, тут это, какие-то козявочки валяются. Рыжий, ничего не трогай там. Сейчас, подожди, сейчас. Уже не тот, что был раньше. Раньше был просто скалаш. Рыжий, да здесь просто тоннелище. Сейчас я тебя веревочку спущу. Ты там? Да ну, мастер, я там, все, сейчас. Подожди, я сейчас тебе скину веревку. Так, ребят, как же ему веревку-то скинуть? Ну все, рыж, давай там это. Сиди аккуратно, я сейчас за веревку, короче, этот стульчик возьму. И веревку потяну. Ты садись на этот диван. Давайте. О, тянем. Ё-моё, он слишком тяжелый. Да мы его подтянем вот так вот. Давай, рыжик, сейчас мы тебя, короче, вытянем оттуда. Ё-моё. Ничего себе здесь туннели. Короче, нужно тянуть. О, все, ну, мастер, я здесь, я вылез. Ты уже все пришел? Не понял. А где рыжик? Рыжик? Эй, рыжик! Рыжик, вы где? Рыжик! Рыжик, не пугай меня, где ты был-то? Да я там это... кое-что нашел, там шоколадка валялась в вентиляции. Да ё-моё, ты вечно пожрать хочешь, пошли, мы уже почти добрались, короче. Мы должны туда спрыгнуть, мы прыгаем в магазин игрушек, понял? Очень будет опасно, понял? Да ну, мастера, понял. Ё-моё, я тебя не вижу. Ну, посвети на меня фонариком. Во, все, вижу. Во, вот так вот. Ладно, короче, я первый прыгаю. Увидимся в детском магазине игрушек. Мы должны разыскать Хагги-паука. В общем, все, прыгаю. Рыжий, не прыгай! Рыжик, вот мы внутри, посмотри. Мы где-то на потолке магазина, получается. Смотри, здесь камеры, короче, есть. Можем по камерам смотреть, посмотри. О, мы можем найти этого паука. Так, подожди, что мы там видим? Какие-то ящики. Так, пока что я его не вижу. У меня есть вот такая вот пукалка. Смотри, какое оружие нашел. Крутое. Ой, что-то телевизор не разбил, ё-моё. Что тут у нас есть? Выходы какие-то. Так, здесь еще выход 7. Какая-то кнопка. Ну-ка. Она не работает. Отойди с этого стекла, потому что я сейчас буду по нему стрелять. Отходи. Ё-моё, сейчас, подожди, перезаряжу свою пукалку. Сейчас. Так, где тут еще есть экраны? Короче, просто громадный магазин игрушек. Давай сейчас будем пытаться это стекло. Нам нужно его разбить. Все, у меня патроны закончились. Ну давай, выберем туда выход. Давай, в циферку 1 я пойду, а ты иди в циферку 2. Ага, ну быстро, понял. Все. Ничего себе, это телепорт был. Короче. Где рыжий-то? Да очень аккуратно двигаться здесь. Здесь где-то.
Хаги-ваги, паук где-то здесь, короче. Аккуратно. Так, я, получается, на самой высоте. Так, как же мне спуститься-то? Так. Мне бы лучше двигаться, конечно, по высоте, потому что он, видимо, где-то внизу ползает, а я буду наверху. Где рыжий? Еще рыжий где-то потерялся. Ну, мастер, я здесь! Эй, ты где? Рыжий! Я здесь! Ё-моё, где-то там он, короче, нужно двигаться быстрее. Оп. Будем паркурить по высоте. А, я уже на пол наступил. Ё-моё, нужно быстрее думать о чём-то. Давайте. Это тут мелко, если подарки можно найти. Да. Ё-моё, я не знаю, где он, не знаю, где ты, рыжий, отзовись ещё разок. Ну, мастер, иди прямо. Прямо? Ой, я видел эту комнату. Я видел эту комнату в этом. Мне пока что, короче, не нужна. Так. Ничего себе. Это что такое? Настоящая тачка? Вау! Вот это да! Вот это Poppy Playtime 2! Ничего себе! Там какой-то туннель вижу, ребят, какой-то вижу туннель. Пойдемте по нему залезем. Ладно. Фиг с этим рыжим. Сами пока что пойдем. Смотрите, ребята, ничего себе. Куда-то мы добрались до какой-то вентиляции. Скоро, видимо, появится этот Хаги. Паучище. А! Ой. О! Прокатимся? Подожди меня, подожди. О! О, могу ехать, реально могу ехать. Ничего себе. Забавно. Давайте посмотрим, в общем, что здесь есть. Тут какой-то магазин вообще для девочек, что ли? Реально, куколки какие-то. Так. Чё-то ничего не пойму, ребята, куда нам идти? Вон еще телега есть. Так, давайте зайдем, посмотрим. Что здесь есть? Хаги здесь нету. Главное, чтобы не было Хаги-паука. Рыжего еще не могу найти. Ладно. Так, мы отсюда вышли, да? Точно, мы отсюда вышли. Или откуда мы вышли? Я уже запутался, совершенно запутался. Ё-моё, куда же нам идти? Ладно, пойдемте вот в эту сторону. Рыжий кричал откуда-то отсюда. Рыжий, ты здесь? Рыжий! Ну все, теперь он пропал. Чё за звуки? Чё за звуки, вы слышали, ребята? А? Ребята, короче, рыжего я не нашел, на что нашел кое-кого другого. Посмотрите за мной, просто первый, вообще первый в мире Хаги-паучок. Ничего себе, ребята, посмотрите, это реально он. Он просто нереально, посмотрите, как он злится. Ничего себе, ребята, короче, я не знаю, что делать здесь, пока спрячусь. И сейчас я его вызову. Посмотрите, ребята, сейчас я с ним сфотаюсь рядышком. Подождите секунду. Он на меня нападает, ребята. Хаги-паук, вот какая-то коробка. Прячемся в ней. Где ты? Где ты, дружок? Уполз. Лучше к нему не подходить близко. Он кусается, больно. Ау. О, он меня укусил, может, я теперь стану Человеком-пауком. Ау, ребята, за мной ползет Хаги-паучок. Посмотрите, он что-то ищет. Он что-то ищет, может, пирожок. А может, чипсы, а может быть, меня. Чтоб меня сожрать. Короче, рыжий, ты где? Здесь просто Хаги-паук. Хаги-паучок, ребята, что делать, короче, прячемся где-нибудь. Ё-моё, нужно как-то отсюда выбираться. Сейчас заползу. Фу, я же вам говорил, что надо держаться на высоте. Фу, еще пронесло вроде. Посмотрите, ребят, сейчас вам покажу. Посмотрите на его рот. Просто на его, не знаю. Ау, больно кусается. Вот он за мной гонится, ребята. Хаги-паучище. Ау, больно. Отстань. Так, ой, точно, у меня же был автомат. У меня лучше еще есть автомат, вот такой. Ребят, стреляет скитлзами. Сейчас я ему покажу. Отстань! А? Все, что ли? Это все? Ребят. Ну, в общем... Что-то это... Охота закончена на паука Хаги. Ставь лайк, косик на видосик. Лови скитлз. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба! Скитлз! Кому скитлз? А, собираем быстрее скитлз. Всё, не успел собрать? Подержи еще. Если хочешь приветик в новом ролике, тогда напиши комментарий прямо сейчас. Вставай, Бауда Бастер!